Вот он. Вот он, Ишимский. Маленький, но свой. Для общего веса пойдет. Кошки будут довольны. Здесь довольны даже такой рыбки. Первые 2 часа соревнований улов был скромным. Причем у всех участников, хотя некоторые из них владеют секретами удачной ловли. За 18 лет судейства на рыболовных состязаниях Сергей Максимов узнал много способов, как победить. Правда, не все они рабочие и уж тем более серьезные. Бывало и селедку в пакет засовывали, бывало и окуней из морозилки, все бывало. Но сейчас люди все ответственные, люди честные, все. Если ловят эту уклейку, ловят все. Но кто чебачка поймает, то окунишку, но рыба именно с этого омута. Такое количество рыбаков-любителей зимой на Бердюкинском омуте бывает только раз в году. На чемпионат по ловле прибыло 27 команд со всего Ишимского района. С высоты видно, что участники разместились по окружности омута. И не просто так. А получается, за ворот выходит струя и заворачивается, крутится здесь течение. Ну, здесь там вот, и омут, да? Да, да, да. И на этом вот месте как раз затишье такое. Получается, течения быстрого нет. Поэтому рыба много слоев стоит, плывется постоянно. Тем временем участники бурят лунки, среди них Евгений Гладышев. Он рыбачит с детства, потому со знанием дела обустроил 4 лунки. В каждой по удочке. И пусть только 2 из них принесли хороший улов, получилось хорошо. Вытянули на рыбалку на соревнования. С удовольствием поехал. Еще и обзавелся таким экземплярчиком. Ну да, повезло. Как говорится, новичкам всегда везет. А вот что делать, если за полчаса всего 2 ёршика весом по 10 граммов, знает Сергей Зуев. Как сегодня идут дела? Да плоховато. Что так? А не клюет. Что делать? Надо место искать другое. А еще можно поколдовать. Кто, как не женщина, может знать магические секреты, даже на рыбалке. Насаживаете на крючок червячок. Клюете, в луночку бросаете и ждете. Буквально 2 секундочки, и рыбка у вас на крючке. Всегда работает? Отличный способ. Всеми способами за 3 часа участники выловили 236 килограммов рыбы. Самая крупная весила 600 граммов, самая маленькая – 6. Кубок главы района завоевала команда из Ларихи. Остальные тоже не в обиде, ведь, как говорят сами, любители ловли один день рыбалки не идет в счет жизни. Оксана Павлова, Владимир Курков, Тюменская служба новостей.